Ардха Чандрасана, поза полумесяца. Соедините стопы в Тадасане. На глубоком вдохе в прыжке расставьте ноги на 105-120 см. Растяните ноги и поднимите спину. Слегка поверните левую ногу внутрь, поверните правую ногу наружу на 90 градусов. На выдохе встаньте в триконасану на правую сторону. Растяните полностью ноги и спину и поверните туловище вверх. Дышите ровно. Поместите левую руку на бедро. На выдохе согните правую ногу. Поворачивая торс, сделайте маленький шаг левой ногой и вытяните руку на 35 сантиметров. Мизинец ноги должен смотреть на большой палец руки. Поднимите левую ногу и вытяните ее к горизонту. Затем распрямите правую ногу. Растянув опорную ногу, удерживайте колено в прочном положении. Нажмите большим пальцем ноги и разверните правое бедро наружу. Вытяните левую руку вверх. Растяните заднюю ногу от пятки. Поддерживая эти положения, вберите крестец внутрь и вращайте левым бедром вверх. Поверните правую лопатку в сторону легких и вращайте грудью вверх. Если возможно, повернитесь, чтобы посмотреть на руку. На выдохе медленно согните правое колено и осторожно поместите левую стопу на ее исходное положение на полу. Проверьте расстояние и расположение ступней. Распрямите ноги и вернитесь к триконасане. На вдохе поднимитесь. Ноги должны оставаться прямыми. Повернитесь на другую сторону. Правая нога смотрит внутрь, левая в сторону. Вдохните и расправьтесь. На выдохе займите позицию в триконасане. Поместите правую руку на бедро. Поворачивая торсом вверх и подняв грудь, выдохните и согните левое колено. Сделайте небольшой шаг правой ногой и вытяните левую руку вперед. Мизинец должен смотреть на большой палец руки. Поднимите правую ногу к горизонту и поднимите верхнюю часть левой ноги вверх, распрямляя ее. Вытяните правую руку вверх. На задней ноге растяните мышцы внутренней пятки до основания большого пальца. Не двигайте правой голенью. Втяните левую ягодицу и поверните вверх правое бедро. Растяните отведенную ногу равномерно, чтобы она не опускалась и не была поднята слишком высоко. Слегка отведите назад голову и сведите лопатки назад. Поверните грудь кверху. Наконец, поверните голову и посмотрите вверх. На выдохе согните левое колено и медленно вернитесь в триконасану. Ноги прямые, на вдохе поднимитесь. Поставьте стопы параллельно и сведите ноги в прыжке вместе. Если вы не можете распрямить опорную ногу, когда ваша рука прикасается к полу, то обопритесь на опору. Точное и подробное описание поз в йоге Айенгара позволяют нам лучше распространить свет нашего сознания в каждую клетку и в каждую часть нашего тела. Излучайте свет в каждой позе, поклоняясь вселенскому сознанию.